блог Stack Life. Сейчас мы перейдем на страницу маркетинг, которой мы уже, честно, год совсем не занимались. Мы разрабатывали новые модели, красили, но маркетингом не занимались. Для этого мы приглашаем лучших специалистов рынка и приглашаем Александра Остремского, писателя, маркетолога, режиссера, хорошего человека, приглашаем к нам посотрудничать. Пошаговая технология разработки сюжета для книг, сценариев, рассказов. Двигатель вашего воображения. Для компании Aztec пусть ваши идеи воплощаются легко, быстро и приносят огромную пользу этому миру. Вы их обеспечиваете правильной маркетинговой поддержкой, и они толкают именно ваши двери. Да? Вот, как бы. И вот это оно. То есть, а розница у вас вот здесь. То есть, когда вы это смотрите больше на розницу. Здесь есть интересный момент, что ваши основные услуги трудно раскрутить, если не раскручены первые. Грубо говоря, проектирование. Да, то есть люди иногда обращаются, им нужно под четкие размеры, они же под наши размеры строят. Им нужна консультация эксперта. Но маркетолог должен делать следующую вещь. Его основная задача – это делать много исходящего рекламного потока. Что такое исходящий рекламный поток? Это очень много общения, которое он создает с клиентами.